От Ромы? Бачиш шапку, правда? Правда, вижу. Ну, я купила сегодня новое пальто и новую куртку, решила сделать. А ну, показывай пальто. Правда. Почему? А у вас уже, подожди, а у вас уже есть 8 марта, уже есть 13.00 или нет? Нет, еще без 25. Блин, тогда придется еще долго у нас в подъезде сидеть. На нашем подъезде. Пооткрывайте дверь. А ты знала? Вышел вместе? Ты знала? А что, дядя Боби, можно слышать один факт, а тебе нельзя? А где чемоданы? А, внизу стоят, а у моста тут вообще. Боже! Я вже не могла чекати 12-ї ночі, щоб тут посмотрели. Маша, це ж просто так, факт. Тихо, ну так нельзя. Так приготовься, дай. Так нельзя, люди, вы что? Это как? Бабушка? Да. Ты сидишь? Да. Хорошо. Подарок на 8 марта хочешь? Хочешь подарок на 8 марта? Подарок, заходи. Тихо. Спокойно только. Только 8 марта. Только спокойно. Наступаючи 8 марта. Я ще до 12 уже не узимі не могла дождатися. Только спокойно. Холодно в під'їзді очі. Маша. Боже, я кошмар. Я... Маша. Маша. Ой. Долетела. Как ты доехала? Машенька, как же ты летела, дорогая? Ой, бабушка, вот это вам тебе расскажу. Через все страны мира. Маша. Все, главное, что инфаркта ни у кого нет. Слава Богу. Так, иду чемодан снизу заносить, чтобы пока его никто не украл. Маша! Боже, лучше, ну это невозможно просто. Ну, да. Я все знала. Ты знала, да? А мама знала? Не, никто не знал, кроме меня. Она у меня на работе сидела. А? На работе у меня сидела. Что ты? С 8 часов. Поела, попела. Хорошо. Так, мы идем дальше реакцию папы смотрим. А? Фокус. Я уже не знала, как себе в кадр поставить, чтобы подъезда не было видно. Зара, чекай, ты поставлю. Я тут скайпом. А мы под скайпом уже живем там. Спим под скайпом. Я тут вывалила пол кухни. А тебя не удивило, что я сижу в шапке, в шапке? Не, ну ты нам показываешь? Нет. А, такая и была затея. Поверить, не поверить, что от Ромы шапка дошла. Я поверила, конечно. Я вообще тебе верю всегда. И правильно робишь. И Даше верю.